В настоящее время наиболее широко используются два вида HDMI разъемов. Тип А, стандартный, и новый малогабаритный разъем HDMI mini, тип C. Оба типа А и С имеют 19 контактов. В связи с постоянной миниатюризацией устройств, разъемы для получения из них информации становятся также все меньше и меньше. В частности, в современных видеокамерах и других портативных устройствах используются именно мини-HDMI разъемы. Использование миниатюрных разъемов позволяет уменьшить габаритные размеры устройств и избежать потери качества при передаче сигнала. Если ваша видеокамера снимает видео в формате высокой четкости, и телевизор также поддерживает эту функцию, то использование этого кабеля обеспечит высококачественную передачу видео и звука. Все цвета и краски, заснятые на вашу видеокамеру во время отпуска или интересной поездки, вы сможете увидеть на телевизоре. Не будет потеряна ни малейшая деталь. Вы сможете вновь и вновь наслаждаться незабываемыми сюжетами, заснятыми вашей камерой. Также этот кабель используется для подключения мобильных мультимедийных устройств, мобильных телефонов, смартфон, КПК, MP3-плееров, компьютер или телевизор. Данный кабель обеспечивает и поддерживает высокоскоростную передачу цифровых данных до 10,2 гигабит, полоса частот 340 МГц, максимальное разрешение передаваемого видео до 200, 5600 и 1600 Пи, максимальную глубину цвета передаваемого видео до 48 бит на пиксель. Передачу цифровых аудиосигналов в формате Dolby Digital, DVD Audio, Super Audio CD. Автоматическую синхронизацию между видеоизображением и сопровождающими его звуковыми треками. Отличительными преимуществами HDMI кабеля являются использование проволок из бескислородной меди для изготовления проводников, полная распайка контактов, то есть обеспечивается поддержка всех предусмотренных спецификаций HDMI 1.3B функций. Наличие ферритовых фильтров для устранения синфазных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями.